34 горняка оказались заблокированы в шахте боснийской Зеницы после землетрясения. Его эпицентр располагался в 50 километрах на северо-запад от Сараева. В результате толчков обрушились две галереи шахты Распоточье. Из 56 шахтеров, которые находились в забое, только 22 удалось подняться на поверхность. Двое из них госпитализированы. Остальные еще остаются в шахте. Спасатели уже вышли с ними на связь. Работы продолжаются.